Внимание на старт. И дан старт восьмой скачки призывней коневодства. Прием выигрывает Мугам. Вторым Армон, третьим Астробат. Мугам лидирует. Армон вторым. Астробат третьим. Впереди Мугам. Мугам предлагает хороший пейс. На втором месте Армонт и третьем Астробат. 500 метров пройдено за 36,2 секунды. Мугам впереди. Армонт вторым, Астробат третьим. Без изменений едут лошади по противоположной прямой. Впереди Мугам, вторым Армонт, третьим Астробат. Лошади входят в левый поворот. 500 метров пройдены за 35 секунд. Мугам, Армонт, Астробат. Мугам впереди, Армонт вторым, Астробат третьим. За 500 метров до финиша впереди Мугам. Армонт немного приблизился к нему, Астробат третьим. 500 метров пройдено за 35,1 секунды. По финишной прямой впереди Мугам. Мугам отрывается от Армонда. Предложил пейс и удержал лидерство. А вот Армонд не смог удержаться в этом пейсе. Мугам выигрывает приз в НИИ коневодства очень уверенно. Армонт финиширует вторым, Астробат третьим.